Ребята, всем привет! Сегодня у нас просто замечательное настроение. У нас все хорошо, нам весело. Но через полчаса все кардинально изменится, потому что к нам едут гигантские змеи. Просто гигантские змеи. Не маленькие шнурочки, не вот такие вот и не вот такие вот, а огромные, огромные змеи. И знаете, что мы хотим сделать? Мы хотим ими наполнить наш бассейн. Ну не просто типа, смотрите, вот он. Мы накидали кучу змей, вау, круто! Мы хотим с ними поплавать. Мы сегодня поплаваем с гигантскими змеями. Это просто невероятно, это взрыв мозга. Сегодня мы посмотрим нашему самому страшному страху прямо в глаза. То, что сегодня будет происходить, это реально настоящее безумие. Потому что змеи в воде представляют огромную опасность. Но нам интересно узнать, как змеи будут реагировать на нас. Как они будут плавать по бассейну вообще. Что мы будем при этом испытывать? Потому что мы очень сильно боимся змей. Но больше всего сейчас я боюсь не змей. Я боюсь, что этот видеоролик наберет очень-очень мало просмотров. Я боюсь, что под этим роликом будет очень-очень мало лайков, потому что это реально риск. Был бы другой ролик, черт с ним, но этот ролик реально рискованный. И я очень хочу, чтобы его посмотрело как можно больше человек. Если ты нас смотришь уже давным-давно, пожалуйста, под этим видеороликом напиши 2-3 комментария абсолютно любых. И, конечно же, поставь лайк. Это очень поможет ролику продвигаться. А если ты новенький, спускайся вниз, ищи красную кнопочку подписаться и подписывайся на канал. С нами очень весело, мы делаем безумные вещи, и я думаю, что ты точно не заскучаешь. И для того, чтобы тебя смотивировать поставить лайк под этим видеороликом и подписаться на наш канал, я скажу тебе следующее. Если под этим роликом наберется 500 тысяч лайков, мы поплаваем с настоящими крокодилами. Да, ребята, это просто нереально, это жестко. Так что, ребят, поверьте, подписаться на этот канал стоит, и поставить лайк этому ролику тоже стоит. Спасибо вам большое. Ну что, ребята, они приехали, пацаны. Они приехали. Да. Можно? Надо встречать, надо встречать. Можно? Звони, отменяй. Скажи, что все, мы передумали, Максута. Хорошо, меня долго уговаривать не нужно. Ой, честно скажу, вот реально, вот без шуток, мандраж очень сильный. Не могу сказать, что я прям сейчас панически так трясусь, скажу, типа, нет, не надо, не заносите. Но просто я мандражирую, потому что это что-то новое для нас. Погнали, парни, надо встретить, сейчас помочь разгрузить все это. Будет максимально забавно, если сейчас, знаешь, мы начнем доставать контейнер, и она сразу кинется на кого-то. Мне уже страшно, я хочу в туалет. Пойдемте, парни, надо их вытащить, пока, чтобы они не нервничали, слышишь? Погнали, погнали. Надо сейчас быстро их затащить, потому что нужно исключить момент, чтобы они как-то нервничали. Иначе, если они будут нервничать, они будут проявлять агрессию, нам, по крайней мере, так сказали. Лишь бы от этой тряски сейчас не нервничали змеи. Я вижу контейнеры. Да? Я не хочу даже туда заглядывать. Слушай, там две злых есть. Не, ну мы, в принципе, когда с вами разговаривали, мы говорили, что если что-то, как бы, то мы ответственность на себя берем, если что. Идея, в принципе, безумна. Это серьезная затея. Нужны грамотные руки, много рук, следить за безопасностью, не повторяйте. Но будем стараться, чтобы все выжили. Ну что там? Давайте посмотрим. Все можно разгребать, маленько. А в чемодане? Там самое крупное. Держите. Что? О, это змея? Держи. Да, да, да. Ну быстрее, быстрее. Давай идем в дом быстрее. Так, Андрюха, бери. О май гад. О май гад. Это злая, это злая. Да пошли. Тихо, 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 тихо. Давай чисти ее, слышишь? Закрой ее где-нибудь нафиг! Она прямо у меня в руках! Она на меня смотрит! Помогите! Хватит, может быть, уже все! Потаскали? Пожалуйста, спокойствие! Умоляю! Нет! Пойдем дальше! Но она очень тяжелая, короче. И очень страшная. Японский городовой! Йоу! А как сделать так, чтобы он не открылся? Не открывать его просто. Я даже в контейнере боюсь держать ее. Это что за монстр? Ты посмотри, какой он здоровый. Загляни. Нет, до косарь, давай. Да ну. До косарь, ну загляни. Прям вот так. Прям вот так. Без чувака, да? Они что такие большие-то, чувак? Мы же про другие говорили вообще. Слышишь, прям вообще здоровый какой-то. Две опаски еще какие-то, слышишь? У меня сейчас в руке, в этом чемодане 35 килограмм смертельной мощи. Я не знаю, может быть, халат принеси, чтобы она не злилась там. Половичок постелить. Я готов массаж сделать. Подожди, сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, ну гигант еще. Там гвоздь программы. Вот это гвоздь? Это
Я надеюсь, там вещи. Нет. Я вообще в шоке. По температуре как? Ну, здесь отлично. Отлично, да? Мы все принесли. Оказывается, у нас тут, давайте посмотрим, есть чемодан с вещами. Я надеюсь, что это чемодан с вещами. Вот, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мне даже страшно просто рядом ходить. 8. Фух. Давайте посмотрим какую-нибудь одну. Ну, давайте вот с этого начнем. Он, в принципе, добряк. Он вообще нормальный. Сколько это? Ну, где-то 2,80, наверное, на скидку. Погнали. Можно какой-нибудь не со стороны головы как? Бросается очень резко. Ну, быстрее, чем мы моргаем. Это шутка? Нет, нет, нет. Серьезно? Я даже не следую? Нет. Я, короче, я, наверное, пошел, пацаны. Как змеи убивают, знаешь? Задушивают. Правильно. Самый маленький, да? Смотрите, а вот вопрос такой. Если захочет шею сломать, уже мне сломать запросто ее? Нет, этот нет. Этот нет? Он не будет душить. А что он будет делать? Убегать, он спокойный. Он трус. Трус тут только один, вот он. А что-то он мне придушивает. Не, он серьезно поддушивает. Ты видишь, у меня красное лицо становится. На лице очень много кровеносных сосудов. Они, я понял. Они бросаются в основном туда. Не надо, пожалуйста. Дайте кому-нибудь тому. Ну давай другую. Эту ты уже увидел, что не кусается. Я понял, да. Я понял. Шанс укуса есть всегда. То есть эти звери не поддаются дрессуре. Они лишь привыкают к нам, как к внешнему раздражителю. Это самый маленький, да? Поменьше. Давайте вот его. Ну примерно плюс-минус похоже, да? Нет? Да. Это что за анаконда? Да нет! Максим! Ты сам говорил, что будешь бежать. Я не говорил. Я говорил. Только, пожалуйста. Ты главное не шевелись. Максута, ты как вообще? А что она делает хвостом? Ты понравился. Можно убрать. Я ж побледнел. Не ори. А если движение лучше не делать? Да я не могу не делать, уберите его! С которого ноги. Помогите! Что-то мне не особо нравится, что он где-то между ног у меня не лозит. Средних мы посмотрели. Покажите большую самую. Прямо сейчас машину на последок оставим. Потому что мы с ней можем не справиться. Что значит мы можем справиться с ней? Еще раз, это сколько метров? Где-то 3, может быть, 10-15. А большая самая? Где-то около 5. 5 метров. 3 метра уже опасно, очень опасно. Норма на тигровых питонов это 1,5 метра змеи на одного человека. Короче, мне дали специальную перчатку, чтобы я мог безопасно погладить вот штучку интересную. Я очень плавно подойду. Сяду. Все нормально, я кореш твой. Короче, выяснилась интересная информация. Оказывается, нужно брать 1,5 метра змеи на одного человека. То есть, если ты находишься один, и змея, допустим, 2 метра, ты не можешь с ней вообще работать, потому что это очень опасно. Ты просто с ней не справишься. Вот эта малыха больше 3 метров. То есть, здесь нужно, ну, как минимум, там, 3 человека, грубо говоря. Сейчас нам согласились достать большую змею. И там нужны мы все. Объясняю, в чем комичность ситуации. 3 сыкуна и специалист по змеям. Я четвертый. Это радует. Твою мать! Я разлиняю, может быть, немножко. Немножко? Пожалуйста, не надо его вытаскивать. Даже я боюсь ее. Да нет! Куда? Мы поняли, это большая, все. Пока мы с ней разговаривать не хотим. Так, давайте выпустим, посмотрим, что у нас есть вообще. Это ковровый бетон австралийский. Как у нас сегодня самый маленький. Ааа, тут какая-то гадюка. Хренеть. Это агрессивный, да? Не скажу, что агрессивная, но она полиняла и отказалась, потому что прием пищи как еды. А, то есть она может сейчас согласиться, да, покушать? А вот это лучше не трогать, да? Да, да. Какой он страшный. Вот здесь сейчас 7 змей. Одна сидит там. Я не знаю, есть ли смысл ее вообще трогать, потому что этого более чем, наверное, хватает. Получается, вон ту оранжевую нельзя трогать, да? А вот этих прям можно трогать реально? Да. Как-то не особо хочется.
Они признают вас как хозяина или нет? Увы, нет. До барабана, кто подходит, кто берет, вообще без разницы. Да, главное правильно это делать. Вот если возьму за шею, вот, вырывается. Может, не надо? Вот здесь вот берут, все нормально. Все, эту сразу убираем, ее уже испортили настроение. Главное, не перепутать. Так, короче, ребят, мы решили попробовать запустить одну змею в бассейн и вообще посмотреть, как она себя будет вести. Ну, я прям, мне тяжело это произносить, но и мы, короче, с ней попробуем поплавать. Хотя бы с одной для начала, потому что, может быть, одной вообще выше крыши хватит. И мы больше не захотим. Я думаю, так и будет. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, пошел, пошел. Она так быстро. Ой, Андрей. И я не буду туда лезть. Воу! Давайте мы залезем. Давай. Раз это не пытается вылезти сразу. Подождите, только не залезем. Хорошо, хорошо, давай. Давай. Только попробуйте не залезть, пацаны. Я потом... Все так все. Давай так, смотри. Мы сейчас залезем, и мы дадим команду, хорошо? Пожалуйста. Залазьте, козлы! Давай ты не будешь нас закидывать! Залазь, козла! Это страшно. Так, пацаны, с одной вроде бы мы справились. Давайте, может, попробуем три. Я нахрен не полезу сюда. Очень страшно. Простите за плохие слова, но... Я говорю. Надо бороться со своими... Вот так залазь. Не, я так не полезу. Заберите, пожалуйста. Я когда упал, я почувствовал, что она вот здесь где-то. И я такой просто... Я такой, укуси быстрее уже, чтобы я не почувствовал боли. Нам еще сказали, что они, если чувствуют кровь, нападают, как на добычу. Поэтому я вот заклеил. Надеюсь, не буду добычей. Пацаны, предлагаю челлендж. Давайте сейчас залазим и не вылазим. Нам подкидывают змей. Вот кто вылезет, тот, короче, будет сыкун. Я буду сыкуном, окей? Да ты подожди. Согласны все? Да. Давай. Давай. Все, погнали. Так, короче, ребят, мы решили так, кто первый вылазит, будет плавать с вот тем мутантом. Не то, что находится на чемодане, а тот, который находится в чемодане. Готовы? Стоим, 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 пацаны! Но мы не можем контролировать. Просто нереал. Что вы понимали? Я такой говорю, и она вот так вот. Мимо рта. Это 5-метровый вопрос. Не надо ссориться, пацаны! Пацаны, я держу реально. Я держу просто. Хватит змей, как хорош. Это самый страшный переговор. Я никому не советую вот так вот где-то в дикой среде встретиться с змеей, потому что это ад. Сейчас нужно немножко перебросить страх. Я хочу прям с ними законнектиться нормально, да? Вот сюда. Я не хочу. Можно я пойду? Если слышишь, что там происходит? Я слышу там просто. Надо смотреть страху в глаза. Давайте. Уходите. Ну, может, не из головы хотя бы. Давайте за хвост. Не-не, за хвост. Вырвется. Давай. Еще. Давай еще. Да я не могу, я не могу, я не могу. Ну и максимально. Это... Смотри, вот эти максимум, да я пытаюсь затянуть, но она не хочет. Она просто не хочет. Так, вот. Вот это амфибия! Что мы только отдали. Давай. О, вот так, держи, нас,
Да, о, я взял! А что произошло? Она мне по фейсу как дала. Я чуть не обосрался. Почему она так сделала? Да просто выбраться хочет. Мне кажется, надо рискнуть на всех. Вот мы залазим, всех просто так вот загоняют. Я не хочу. Я не ссыку, я болезу. Проведя с ними достаточно много времени, я понял, что я могу хотя бы их трогать до тех пор, пока они не начнут брыкаться. Как только это происходит, я начинаю очень сильно переживать и не контролирую себя, могу просто свалить. Понеслась. Пацаны, я к вам. Отсюда, красавцы, мужчины, давай. Опа, опа, бо. Лови. Бежал? Да. Я взял. Мамочки. Я готов держать. Я тоже держу. Камерчик, иди сюда. Рано. Рано. Чё он так на меня смотрит? Без шуток. А не смешно становится. Гомер, заведите кто-нибудь. Гомерчик! Пускай. Все. Убери его! Меня! Так, у нас получается, пока что страха не лишился Максута только. Я вроде на змей уже начал хорошо реагировать. Рома, тоже он играется нормально. Максута что-то у него какие-то припадки. Да, давай надо переборвать страх. Я пошел в жопу с этого бассейна. Так, короче, ребят, сейчас вылазим все вместе. И есть предложение посмотреть все-таки на большую змею. Но он реально может укусить, да? То есть нужно готовиться, да, к этому? Будем спасать. Ну, придется участника потерпеть боль сильно. Ну, давайте. Короче, ребята попросили достать им змею побольше. Гвоздь программы. Надеюсь, поможет. Она меня кусала. Плюс она в линьке. Так что давайте посмотрим. Страху в глаза. Охренеть, это чё за голова? И она очень тяжелая. Что делать? Так. Бери за голову. Нет, вот давай, помогай. Где-то 4,5-5 метров. Охренеть! А сколько на линии? Где-то 35, наверное. Может, ребята, чтобы вы понимали, вот. Вот этот мутант! Владыч? Нет, нет. Как нет? Можно его обратно, пожалуйста. Чем быстрее, тем лучше! Куда? Надо только... Не разбегайся. Все нормально. Пацаны, напишите в комментариях, если вы тоже любите бороться со своими страхами. Я думал, что у Ромы будет больше страх, типа. Я думал, у меня будет больше страх. Но у Максута оказался прям вообще, типа, прям паника нормально. Ну, блин, ну это все равно, Максута, мы поплавали, чувак, со змеями. Мне прям в лицо запускали вдвоем. Я просто выныриваю вот так вот с GoPro, и вот так две змеи в меня плывут. Я такой, Так, короче, ребят, с этими змейками все, их мы убираем. Потому что хватит их мучить все-таки, сколько мы с ними уже поиграли. Всему есть терпение, и мы боимся, что терпение может лопнуть в какой-то момент, и резко нападут на нас. Короче, мне нужно подержать, чтобы побороть свой страх большого. Но он злой. Где мне брать? Вот где я взял. Руки скользкие еще. Да нормально, роль. А он меня не укусит? Не-не. Точно? Не факт. Да блин, у меня же конкретика, есть какие-то конкретные цифры? 90% что не укусит. Хватит. Я не могу. Да сядь. Давай. Ну а почему он? Не вставай. Он просто придавливал вот так вот, а мне же держать придется. Ну вот да. Так вот сейчас держать. Я потом... Смотри, я почти не держу, почти. Да не могу на руках. Просто, чтобы она никуда далеко не уходила. Ну-ка мне разворачивается. Или что, или перебирайся потихонечку в Тише, роднуля. Мне, я сам нервничаю, братан. Я держу. Расслабь. Я не могу. Да чик. Не бойся. Давай я отпущу. Дай перчатку. Видишь, все нормально. А это вообще... Да, это рискованно. Но он способен убить человека просто? Да. Можешь прям сильно держать, вот, нормально. Колесо спустило, походу. Короче, есть предложение поплавать. Давай, пофиг. Правда собрался с ней плавать? Ну, надо, ради видос. Ради лайка чисто, ради подписочки. Ради хорошего комментария я готов это сделать. Короче, ребят, безумная вещь. 5-метровый питон. Я пошел плавать с ним.
Но голову будем держать, сразу говорю, чтобы вам не писали, потому что пускать нельзя. Подумай. Пошел. Ну, страшно. Очень страшно. Давай. Попадай, ее, пожалуйста. Подожди, только не лицом меня, пожалуйста, давай хорошо. Я буду сюда ее держать. Подожди, только не отпускай. Только не отпускай. Бери второй рукой. Все, молодец. Все, отходи с ней. Давай. На спину ложись. Я не могу на спину открывать. Давай, расслабь ноги. Я не могу. Чуваки, она очень сильная. Тихо, я тебя над водой тебя держу, чувачок, пожалуйста, потерпи. Я смогу страшно. Тихо. Если она захочет, она вырвется, я вам отвечаю. Я ничего не смогу сделать. Все, хорош. Я не могу. Держишь? Да. Все, я сделаю это. Смотри, еще раз. Смотри. Ребята. Вот так возьмешь. Вот так. Не, все, я не могу настроиться. Давай рядом. Нет. Все, хорош. Мы сделали это, ребята. Мне кажется, это самый невероятный ролик на канале Дюшес. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк. Это было очень страшно. Это было очень жутко. Спасибо большое за просмотр всем. Пока.